Договорятся. В конце концов, взаимное уничтожение никому не нужно. А если убрать либеральный дискурс израильский, то проблем особо нет. Собственно говоря, 100 лет назад еврей мог зайти на Ближнем Востоке в мечеть мусульманскую и помолиться, и проблем в этом не было. То есть не было даже близко намека на антагонизм. В конце концов, при наличии более-менее вменяемых политиков, вспомнить о том, что Вавилонский плен закончился тем, что персы освободили как раз евреев и позволили им вернуться обратно. Ну, на этом тоже можно сыграть, и таких сюжетов полно. Два на и два народа многое называется, где успели пересечься, и это не было таким уж тяжелым и болезненным на самом деле.